Наше имя следует за нами по жизни, но мы редко задумываемся о его значении. Для множества людей имя не больше, чем набор звуков, которые человек ассоциирует с собой. А ведь в имени человека содержится ключ к пониманию самого себя. Новая книга авторов непревзойденных шедевров в мире нумерологии Айрон и Джули По расскажет вам, как имя может повлиять на вашу жизнь и какие дороги оно открывает. Каждая буква вашего имени не случайна. К примеру, Арина и Ирина, состоящие практически из одних и тех же букв, имеют кардинально разные значения. В книге «Халдейская нумерология. Тайны имени» Айрон и Джули По познакомят вас с новыми инструментами нумерологии, которые ранее не были представлены авторами ни в одном своем произведении. Еще никто не рассматривал имя человека с таким вниманием. Авторы предложат вам универсальный инструмент, взламывающий код имени и дающий информацию о судьбе человека, его талантах и личных качествах, в том числе положительных и отрицательных. По имени вы узнаете социальную и духовную роль человека, а также стихию, управляющую мировоззрением. Вы выясните препятствия, с которыми сталкивается носитель определенного имени, его круг общения, роль людей из его окружения. Даже прогностика для человека по годам может быть рассчитана по имени. Помимо всего прочего, вы научитесь считать имя на любом языке мира. Дорогие читатели, мы хотим начать делиться с вами новыми инструментами. С тех пор, как мы ввели понятие халдейской нумерологии, прошло уже почти 10 лет. С тех пор мы предоставили вам лишь крупицу из огромного инструмента, позволяющего взглянуть на свое истинное «я», говорит предисловие признанный нумеролог и футуролог Айрон По. А Джули По обещает, что единственным знакомым вам инструментом в новой книге будет халдейская буквица, которая применялась до этого всего лишь раз. Остальные расчеты выполнены в новой, незнакомой вам технике – гексаграммной нумерологии. Это совершенно новый подход и новый взгляд на числа и буквы. Скоро открытие продаж! Не упустите этот момент. Первые 10 покупателей получат книгу с автографами авторов.